Агульнарэспубліканская добрачынная акция «Наши дети» стартовала 10 снежня и будет проходить на протягу месяца. За этот час керовники улады и предприемства наведаются драсы, где увага и любовь потребна особливо. На передадні новогодних святов я завітала у семьи, где выховывают детей инвалидов. Особливую актуальность добрачынная акция «Наши дети» заусёды набывает перед Новым годом, незабывным святом для детей и дорослых. На передадні детей с особливостями развития повиншавал территориальный центр социального обслуживания. Угування насельництва. Да их у гости завітали казачные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка. Хотим подарить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, именно чудеса под Новый год, чтобы они почувствовали заботу, почувствовали внимание, и чтобы Новый год для них прошел более празднично, чем он может быть. Поэтому мы и оказываем эту услугу. Сегодня мы хотим поздравить эту категорию и... Их будет немного, всего лишь 17 человек. Мы попробуем, чтобы все получили от этого положительный заряд эмоций и почувствовали предновогоднее настроение. Татьяна Пузына выховывает двух дочек. И для их визит казачных персонажей был чаканы нечаканностью. Девчинки рихтовались до этой встречи, рассказывали верши и разом с Дедом Морозом и Снегурочкой пели святочные песни. Дедушка и Мадоза, поздравляю я всех вас с этим Новым годом. Пусть приносит он нам всем счастье и достаток, чтобы в семьях ваших всех был всегда подарок. Сами же организаторы от имя казачных персонажей ждали детям и их батькам здоровья и добробыту, яких им часто не хапая у житси. У нас есть услуга сопровождаемого проживания, которую оказывают наши специалисты отделения дневного пребывания. Вот. И на обслуживании у нас находится 22 человека. И, конечно, в первую очередь мы хотим оказать эту услугу, именно поздравление Деда Мороза и Снегурочки, нашим подопечным вот из числа 22. Это ребята, которые по своему состоянию здоровья не могут посещать отделение дневного пребывания. И они не должны остаться без внимания, тем более вот в эти предновогодние дни. Усяго в этот перадсвяточный день Дед Мороз и Снегурочка наведали 17 семьев, где выховываются дети с особливостями развития. И будем сподеваться, что не только у передновогодние дни доброчинность, теплыня сердцев будут завсёды там, где это необходимо особливо. Юрий Пешур, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».